Серьезная авария с 5 автомобилями и троллейбусом произошла сегодня в Чебоксарах у дома МОД. Грузовик с марийскими номерами ехал по Московскому мосту в направлении Мегамола. Когда загорелся красный свет, он не остановился и смял 4 стоящих впереди автомобиля. Также пострадал троллейбус. Как рассказал сотрудникам ГИБДД сам водитель большегруза, у него отказали тормоза, что предстоит проверить экспертам. Он ехал из Мариэл в Сыктывкар с полным кузовом капусты. Удивительно, но обошлось без пострадавших. Последствия аварии устранили оперативно. ДТП произошло в 13:45, а к 15 часам проезд был свободным.